Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной, ну, не просто днями, а часами? Но мы ведем такую специальную военную операцию, именно поэтому это не война, а операция. Война не ведется так. Мы жалеем их всех там. Это раз. Второе, мы понимаем, что там очень много наших людей, которые заложники